столице республики завершили строительство новой дороги. Ее протяженность всего 2 километра, зато ширина 11 метров. Трасса разгрузит две главные улицы столицы. Строительство стало возможно благодаря программе «Безопасные и качественные дороги». Но и это еще не все. В одном из дворов Махачкалы открылась новая игровая площадка. Обо всем подробнее смотрите в нашем сюжете. Новая автомобильная дорога протяженностью более 2 километров и шириной в 11 метров должна разгрузить две главные артерии столицы – проспекты Имама Шамиля и Гамидова. Здесь водители могут объехать постоянные пробки вблизи рынков Рычаказака и Восточной. К примеру, заехав со стороны Тысячи мелочей, можно за несколько минут напрямую выйти к мосту, соединяющий проспекты Расула Гамзатова и Петра Первого. Раньше времени здесь очень, я же говорю, было грязно. Невозможно было ездить, пылил, даже доходил до окон пыль, грязь. Сейчас приятно, чисто, аккуратно, асфальтировано. Хочу еще раз поблагодарить, спасибо сказать за такую прекрасную дорогу. Строительство улицы Примакова было завершено в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Общая стоимость объекта чуть больше 70 миллионов рублей. Прежде чем проложить асфальт, здесь перенесли опоры высоковольтных электрических линий, в том числе троллейбусные, установили бетонные блоки вдоль дороги, заменили водопроводные трубы. Введение этой дороги – это она лишь маленькая часть той работы, которая сегодня делается в республике под руководством Владимира Анатольевича Васильева. Если кратко объяснить, то вы знаете, в следующем году мы планируем реконструкцию проспекта Имама Шамиля. Для того, чтобы сделать реконструкцию Имама Шамиля, нужно было делать некоторые конкретные действия. То есть запускаем сейчас трассу в объезд Махачкалы. То есть напрямую из Кизилюрта, дальше в южную сторону Дагестана, можно ездить, не заворачивая в город, не загружая проспект Шамиля по Агачаульской трассе. Приятную весть, помимо водителей, в этот день получили и ребятишки, проживающие по адресу Расула Гамзатова, 106. В их дворе в рамках городской комфортной среды появилась новая игровая площадка. Поздравил с этим событием детей глава столицы. Мы постепенно будем именно в прилегающих дворах добавлять такие детские площадки. И, соответственно, вам будет все ближе и ближе подходить комфортная городская среда. То есть та программа, которая у нас сегодня реализуется под очень жестким контролем главы республики. Наши дети родились здесь, росли. Мы ничего, наши дети ничего не видели. Ход внукам. Наконец-то уже построили вот такой. Да. Хороший. Спасибо большое. Да, самое главное, чтобы они радовались, чтобы они бегали. И нам приятно, и детям приятно. Всего в рамках городской комфортной среды до конца текущего года в столице предусмотрено открыть около 40 таких площадок. А в рамках БКД в городе отремонтируют больше 90 улиц общей протяженностью свыше 55 километров. Лаура Меджидова, Абдурахим Билалов, Даганай, Саид Кутиев. Время новостей.